Восстановлено порядка 2000 погонных метров бетонного ограждения вдоль реки Сочи. Рабочие также заменили брусчатку, бордюры, тактильную плитку. Велосипедную дорожку покрыли люминесцентной краской, и теперь в темное время суток она светится. Больше стало фонарей и скамеек. В игровой зоне для детей установили игровые комплексы и скульптуры персонажей из российских мультфильмов. Появилась и новая площадка для занятия уличной гимнастикой. Во время торжественного открытия на ней прошли показательные выступления сочинских спортсменов. Та спортивная площадка, которая была, она была маленькая. И там людей не помещались. У нас там людей во много раз больше приходило, чем она способна была вместить. Она увеличилась практически в 3 раза. То есть заниматься спортом будет более комфортно. Пожалуйста, это все бесплатно. Комфортная зона в том плане, что все покрыто резиновым покрытием. В честь открытия набережной устроили забег. Одна из дистанций была 2020 метров в честь наступающего Нового года.